И еще одна похожая история, но с хорошим финалом. Подкинула младенца к роддому. Ковровская полиция устанавливает личность женщины, которая попала в объектив камер видеонаблюдения. Видео размещено на сайте полиции. На нем появляется женщина. Руки у нее прижаты к груди. По мере приближения можно разглядеть, что она несет ребенка. Потом женщина выходит из кадра, а когда через несколько секунд появляется вновь, видно, что руки у нее уже свободны. В обратную сторону она не просто идет, а бежит. Как сообщает полиция, женщина подошла к роддому на улице Абельмана и оставила на крыльце младенца. Его возраст примерно 7-10 дней. Медики сообщили, что он здоров. Полиция просит у граждан содействия в поиске женщины, которая видна в кадре. В настоящее время сотрудники полиции осуществляют комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности женщины. Сотрудники полиции обращаются с просьбой ко всем, кто обладает какой-либо информацией о личности или о местонахождении предполагаемой матери найденного младенца, позвонить в полицию города Коврова по телефонам 02-112 или 8-49-23-22-13-51.